Меня признали виновной в убийстве. Вот уже 15 лет я нахожусь в заключении. Совершено преступление, кого-то надо наказать. А виновен или нет, дело десятое. Вы не надеетесь обрести свободу? Надежды я берегу для более насущных забот. Например, что завтра обед будет сытнее, чем сегодня. Основано на реальных событиях. Я врач. Я исцеляю разум. Меня не волнует, виновны вы на самом деле или нет. Я лишь хочу знать, что именно вы помните. Некоторые события стерлись полностью. Надеюсь, рано или поздно мы вернем вам память. Не уверена, что этого хочу. Я закрываю глаза и вижу каждую мелочь в том доме. Я трудилась от рассвета до заката. Хозяйка вечно раздавала приказы. Пора мыть полы. Шалава пустоголовая! Страшно представить. В том доме столько людей было, а через полгода в живых осталась только я. Сериал от Netflix. Что можете сказать о ее вменяемости? Возможно, у нее действительно амнезия. Или она просто виновна. Здесь тебя окружает опасность. Грейс говорит, что слышит голоса покойников. Впусти меня! Впусти меня! По мотивам романа Маргарет Этвуд. Они думали, вы найдете ответы. Вы жаждете познать меня, доктор. Режиссер Мэри Хэррон. Познать все мои страшные тайны. Познать, погрузившись на самое дно. Вы хотите знать то, чего не знаю я? Убийца ли я? Она же Грейс. Смотрите все серии 3 ноября.